Hello everyone. Today we are in Gökçeler Canyon, which is almost 1 hour to Bodrum, very close. Not much people knows. It's like naturally protected site. Oh, look at it. Yes. Look at it. Like velvet. The canyon is approximately 10 kilometers. Beautiful, surrounded with olive trees. I think there are 72 different types of trees, and there is a big cave. Now we will go inside. Это место всего лишь в часе езды от Бодрума. По дороге в Милость, если свернуть и знать правильную тропу, я поставлю в ссылочке локейшн этого места, чтобы вы могли тоже арендовать машину, сесть на машину и добраться в этот удивительный каньон, где можно позавтракать, где можно прогуляться, где можно посмотреть, как созревают оливки и даже их собрать. Пошли погуляем. Если бы мы не позавтракали с утра дома, то мы бы обязательно позавтракали здесь, потому что здесь, конечно, завтрак с удивительным видом на каньон. Поэтому не завтракайте дома, выезжайте. Я думаю, что мы обязательно вернемся сюда на завтрак снова. Где-то так рядом, всего лишь час езды от нас. И такой удивительный, смотрите, какой лес. Здесь как будто бы просто прям вообще, как будто бы... А, вот, посмотрите куда, посмотрите, что впереди. Посмотрите только на это, на эти чащи. Вообще, это невероятно, конечно. Тут даже, видите, лавочка влюблённых. Да, это Милос. Ну, Бодрум тоже часть Милоса, правильно? Можно же так сказать? Это кто? Тут как бы совершенно другой климат. Мне напоминает детство, наши дубовые, осенние дубовые. Berries. These berries. You can eat them? No, I don't. Ah, they're selling it. Yes, you can eat. Oh, yes. Ah, where it comes from? On top. Oh, no, it's black ones. I collected already. Look, to touch. Yeah, it's very healthy. Я нашла еще один. Это то, что продают у нас на рынке. Я, правда, не знаю, как они называются. Но тут смотрите, сколько всего растет. Вон, видите, еще какие-то темные ягодки, еще темные ягодки. Ну, в общем, осень, осень. Плодородная осень, она во всех концах света осень. Ну что, that's it? Can you try it? Try it. How is it? Is it tasty? Mm-hmm. Я тоже попробую. Очень вкусно. Hope it's not poisoned, yeah. Очень вкусно. Вот мы и нашли, где растут эти ягодки. I think it should fall. It's not ready yet. Not ready. Let's try. It's ready. Tasty. Пулечка, смотри, какие ступенчики красивенькие. Класс. Очень аккуратно после дождя, немножко слизко. Мы пытаемся идти не спеша. Да, и скамеечки, чтобы отдохнуть, потому что подниматься придется ого-го. Вот так вот можно будет здесь присесть. Какие тропы. Присесть. И потом взбираться наверх. Уникальность этого каньона, что продолжительность его на 10 километров. Представляете? А вот вон там вот ресторан, откуда мы спустились, где проходят завтраки. Видите? Только можете себе представить размер этого каньона. И все это здесь у нас в Турции, в Бодруме, под боком. Ну что, пошли. Смотрите на эту красоту. Такое ощущение, что мы в фильме про Хоббита. Щипал. Ох, какой прекрасный домик. Вот за гостем здесь осталось. Какая огромная пещера, посмотрите внутри. Мы уже бывали не один раз в подземных пещерах. И одна из самых красивых была в Зонгулдак, да? Кейв. Одна из самых красивых и современно обустроенных. Но здесь, похоже, тоже классно, интересно. 345 метров. Вот, видите, вот здесь она начинается. Entrance to the cave. Что, уже вход в пещеру забрались? Какие
Да, кейс. Вон, видите, цены на посещение пещеры. Все здесь есть. И турникет. Погнали. Это глубоко. Это просто что-то нереальное. Здесь мы спускаемся по винтовой лестнице. Внутри пещера. Представляете, какая она огромная. Каждый раз такие пещеры, когда я попадаю, у меня ощущение вообще, как будто мы в другом вообще пространстве, в космосе. И в настолько глубоких пещерах мы никогда не были. Мы были в самой длинной, в Задгулдак, но мы никогда не были в такой глубокой Энерсе. Вот это да, друзья. Это просто адреналин зашкаливает от этой красоты. Тут еще немножко скользко и мокро. Посмотрите на эти формы. Обалдеть. Страшновато. Лестница очень скользкая, потому что везде, если это видите, все это образовалось за счет воды. Поэтому, конечно, металл очень скользкий. Конечно же, даже здесь люди оставляют монетки. What the direction 300 meters? 300 метров, представляете? Да, вот это да, пещера. Невероятно. Мне очень нравится, как в Турции все это они обустраивают. Посмотрите, здесь специальные проходы, подсветочки, которые добавляют этому просто такой мистический вид. Еще нам рассказывает мальчик, который нас провел, что, во-первых, 6000 лет назад давности костей и керамики, которую они здесь нашли в этих пещерах. Что еще вот интересно, что здесь достаточно кислорода, абсолютно нет ощущения нехватки воздуха. То есть абсолютно свежий, классный воздух, и загадка, как он сюда поступает, потому что здесь мы поднялись, вы посмотрите только туда вглубь, сколько лестниц мы прошли вниз. Ой, это вообще, друзья, я не знаю, в общем, я потом, может быть, если у меня будут силы, я вам напишу в описании, а пока просто эмоции, одни эмоции. Вот, видите, только что, это пещера, в которой мы с вами побывали, мы уже поднялись наверх в ресторанчик, выпить кофейку. И если вы можете представить, какой огромный это каньон. Внизу есть тропа, по которой, в общем-то, или, я так понимаю, идет горная вода спускается, или в такие периоды не зимние можно прогуляться. Ой, ну красота, конечно, невероятная здесь. Заказали, как обычно, турецкий чай. Я всегда пью с лимоном. И мы заказали газлиме. Вы посмотрите, нам привезли газлиме впервые в жизни. С картошкой, с этим, с помидором. Смотрите, как шумно стало в ресторане. Здесь велосипедисты, клуб велосипедистов Бодрума. И мы сейчас будем пить чай, есть газлиме с таким классным видом. Вышло солнышко.